Всем привет! Сегодняшнее видео идет как некоторое дополнение к статье на Хабре. Ссылка на нее будет в описании. И в статье нам немножко помогал Арсений, поэтому в видео он тоже будет помогать. Вот, собственно, все это была статья про штучку, которую я себе по фану сделал. Ну, может быть, кому-то будет интересно, полезно. Поэтому исходники все выложены, и, собственно, я в статье подробно рассказывал, как все это сделано, как это используется, а видео скорее некий такой показать, как это все работает. Собственно, штука что делает? Штука стоит из камеры Raspberry Pi небольшого вычислителя MyVideo всеского и повербанка. Да, раз, два, три, четыре детальки, короче. Камера направляется на Арсения, и когда Арсений открывает глаза, мне присылается уведомление, что ребенок проснулся. Понятно, направляется она, когда он начинает спать. Вот, все, более-менее все сделано на базе OpenVINO, так как тут мой видеосовский чип. Кстати, на Хабре я чуть подробнее говорю, почему в этом проекте я выбрал именно OpenVINO. Вот. Собственно, как все это дело работает? Ну, для начала на блоке питания включается кнопочка, чтобы он запустился. Минуты через две оно все запустится. Пока что две минуты я более подробно расскажу о том, как оно устроено. Собственно, там полностью настроен автозапуск, который автоматически подцепляется к Wi-Fi. Если Wi-Fi не видит он, тогда он входит в режим ожидания, в котором ждет, что камере покажет QR-код. QR-код с Wi-Fi, он сейчас доступен абсолютно в любом телефоне на базе Android 10, по-моему, если есть. В айфонах тоже какой-то вариант есть. Сейчас есть, в общем, общий стандарт, когда вы можете поделиться сетью, и оно показывает там какой-то QR-код того, как подключиться к сети, к которой сейчас телефон подключен. Вот. Если скинуть этот, если показать код этой штуки, оно само подключается к сети. А также конкретно для первого запуска там чуть-чуть хитрее надо сконфигурировать, потому что эта штука, она управляется через Telegram, поэтому для первого запуска там надо еще указать credential и бота, через которого это все будет управляться. Соответственно, после того, как оно проверяет, что камера работает, что все запущено, оно запускает один основной скрипт. В основном скрипте есть несколько моделек, которые запускаются. То есть, соответственно, моделька, которая детектит лицо, моделька, которая определяет глаза, направление взгляда, ну и все такое. Я чуть более подробно в статье, опять же, рассказываю, почему я так сделал. Во многом это я просто экспериментировал, мне было любопытно, я там тестировал разный функционал. Условно, если бы я заранее знал, что надо распознавать только глаза, естественно, я бы сделал все сильно проще. И есть подходы, как, ну, не надо было столько делать вещей. Но так как на OpenVINO есть запас производительности, в принципе, там несколько FPS вся эта штука сейчас выдает, а мне было любопытно, я поэтому все туда запихал. Ну вот, система запустилась. То есть в системе можно всегда запросить текущую фоточку. Текущую фоточку, на которой оно покажет, что сейчас оно видит и что сейчас, соответственно, вообще происходит. Там, ну, условно, там, сейчас камера видит меня под каким-то углом. Да. Дальше у вся эта система, можно настроить уведомления, которые присылать. Сейчас у меня настроено два уведомления, три уведомления. Первое – это потеря лица. Если вдруг лицо вышло из кадра. Второе, это, соответственно, что если вдруг глаза открыты. И третье, если вдруг произошел громкий звук. Глобально все это управляется и приходит автоматом в Telegram. Ну, в целом, это более подробно, опять же, читайте в статье. Это скорее сопроводительное видео по поводу того, как это все используется и как это все внешне выглядит. Ну, еще раз.
простенькая камера вебка. Я, правда, ей инфракрасный фильтр оторвал. Raspberry Pi в корпусе. Ну, охладители на него наклеены. А Mavideus второй. Пауэрбанка. С этой пауэрбанки все в целом почти день работает без перерыва, но как бы на день это и не надо, там на 2-3 ночи хватает. Вот, наверное, видео будет кратеньким. Все, спасибо, всем пока.